Подарок празднику получили жители Шиелийского района Кызылординской области. Там открыли новую больницу. Рассчитана она на 150 мест, построена взамен аварийного здания. Торжественная церемония открытия прошла с участием вице-министра здравоохранения страны Олжаса Абишева. Строительство объекта оценивается почти в 5,5 миллиардов тенге. Еще свыше 2 миллиардов потрачено на оснащение. В 4 блоках разместили 7 лечебных отделений. Медперсонал уже приступил к работе. Старая районная больница была построена в 1974 году. Отделения находились в разных зданиях. Здесь все централизовано, компьютеризировано. Наряду с действующим приобретено новое оборудование. Это ультразвуковая и рентген-установки эксперт-класса, а также эндоскопический аппарат, кувет для недоношенных детей. Больница будет оказывать все виды медицинских услуг. С начала года в регионе ввели в строй 15 объектов здравоохранения. Это медпункты, фельдшерско-акушерские пункты и врачебные амбулатории. Еще 8 врачебных амбулаторий будут сданы в эксплуатацию до Нового года. В этом году начато строительство центральной больницы в Казалинском и Жалагашском районах. В следующем году планируется начать строительство онкологической больницы в Кызылорде.